В эфире «Стройгарант Анапа». Здравствуйте. Мы находимся в жилом комплексе «Встречный». Это поселок Стрелка, Темрюкский район. Прекрасное место с морским воздухом. И именно здесь будет построено 90 коттеджей площади от 50 до 145 квадратных метров. Растет поселок смело, можно сказать, ежедневно. И сегодня я приглашаю вас познакомиться с домами, которые уже готовы и находятся в свободной продаже. Дома есть в причистовой и в чистовой отделке. Сколько они стоят? Как они выглядят на данном моменте строительства, мы с вами сегодня узнаем. Стоимость дома площадью 130 квадратных метров вы можете видеть на нашем экране. Кстати, отмечу, что цены актуальны на октябрь месяц текущего года. Данный дом хорошо сочетается с соседними домами, так как расцветка и штукатурка, кстати, баунит. Это современная технология. Тонкость заключается в том, что она достаточно хорошо переносит климатические условия и солнце, и жару. То есть можно смело сказать, и зимой не холодно, и летом не жарко. Далее утеплитель «Технониколь». Ну, в общем, все для условий хорошей жизни. Конечно же, отмостка, как и во всех домах «Стройгарант Анапа», это технология строения. Но и задний двор – это терраса. Данный дом представлен в предчистовой отделке. Напомню, что стоимость данного дома можете видеть на экране. И, конечно же, более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров. Так что звоните. Итак, касаемо самого дома и его квадратных метров. Большое пространство, кухня и гостиная, почти что 40 квадратных метров. Также на первом этаже располагается спальня, 15,5 квадратных метров. Санузел, почти что 6 квадратных метров. Ну и прихожая тоже достаточно большая, 6 квадратных метров, то есть большой шкаф там может очень удачно расположиться. Касаемо плана второго этажа, там предусмотрено 3 спальные комнаты. Одна из них 7,2 квадратных метра, следующая 15,1 и еще одна спальня 13,2 квадратных метра. Конечно же, санузел 6,5 квадратов и коридор достаточно просторный, 10 квадратных метров. Еще один дом, который находится в продаже, его площадь составляет 90 квадратных метров. Цену вы также видите на экране. Познакомимся с домом поближе и увидим, как он выглядит на данный момент на финальной стадии строительства. Отличительной особенностью именно этого дома является то, что здесь целых 6 соток земли. И, конечно же, касаемо фасадной части, очень скоро он будет выглядеть так, как и все остальные красивые дома. И здесь также используется штукатурка «Баумит». Отмечу, что данный дом к продаже представлен в предчистовой отделке. Видим, что плиточный клей уже завезен, а это значит, что еще приобретя этот дом, вы можете выбрать цвет плитки, которая будет в вашей ванной. То есть это может быть абсолютно любая марка, абсолютно любой размер. Наши мастера все сделают по высшему разряду. Ну и, конечно же, пока еще можно выбрать цвет обоев. Главное успеть сейчас купить этот популярный дом площадью 90 квадратных метров. В доме достаточно большая и уютная гостиная, 29 квадратных метров. То есть большая семья может здесь свободно разместиться. По крайней мере, стол на 6 человек точно здесь вместится. Большая уютная спальня, 17 квадратных метров. Коридор почти что 6 квадратных метров. Санузел 5,8. И имеется в доме две спальни, 12,7 квадратных метров и 11,7. Прихожая 4,2 квадратных метра. Ну и что касаемо террасы, она тоже достаточно просторная, 21 квадратный метр. Крыльцо почти что 10 квадратных метров. На финальной стадии строительства, вот именно 90-го дома, нам удалось увидеть скрытые работы. Мы видим, что 50-я труба, скорее всего, она пойдет под раковину, утоплена достаточно глубоко. Это говорит о том, что когда будет выкладываться плитка, ничего мешать не будет. Выполнено все достаточно грамотно и качественно. Вот, кто в этом разбирается, меня поймет. В
«Стройгарант Анапа» предусмотрены дома, конечно же, для различных семей. Для больших, например, вот как мы видели, дом 130 квадратных метров. Но и есть дома для совсем небольшой семьи. Это проект «Уют», проект 2022 года. И вот именно с ним мы сейчас познакомимся. Он находится на, можно сказать, смело финальной стадии строительства. Также здесь будет использована штукатурка «Баумит». Но и дом небольшой, но достаточно уютный. В данном доме нам удается увидеть вот на данном этапе строительства, как выложены вообще межкомнатные двери, как между собой блоки соединены. Мы видим, что здесь достаточно большой слой специального раствора, то есть нет никаких ни щелей, нет пустых мест. Ну и касаемо самой стены, вот даже невооруженным глазом, ну у меня глаз, конечно, наметан, видно, что стена, она идеально ровно идет вот от спальной комнаты, от одной до непосредственно выхода на террасу и перегородки вот той следующей стены. В проекте «Уют» это дом площадью, напомню, 50 квадратных метров. Крыльцо составляет 4 квадрата. Прихожая, которая плавно переходит в кухню и гостиную, 4,8. Кухня и гостиная непосредственно почти 17 квадратных метров. Санузел 4,3, две спальные комнаты, похожие друг на друга, 12 квадратных метров каждая из них. Терраса в данном доме почти 30 квадратных метров. Конечно же, ее можно благоустроить, построить навес, построить стеклопакеты, окна. В общем, на 100 фантазии хватит. Ну и, конечно же, земельный участок 5 соток тоже в данном проекте представлен. Стоимость дома вы видите на экране. Напомню, что она актуальная на октябрь месяц текущего года. Так что звоните, не стесняйтесь, с огромным удовольствием ответим на любой вопрос. Смело можно сказать, дом для большой семьи площадью 110 квадратных метров. И сейчас мы познакомимся с ним. Этот дом представлен у нас при чистовой отделке. Кстати, также стоимость, а вы видите на нашем экране. И она актуальна на текущий месяц этого года. Ну что ж, здесь также используется технология штукатурки «Баумит». Напомню, технология настолько уникальна, что держит температуру. То есть зимой не холодно, летом не жарко. Мы уже рассказывали в наших предыдущих программах о технологии, о том, что здесь используется утеплитель «Технониколь». Конечно же, в этом доме также есть отмостка, как и во всех домах, которые соответствуют технике и технологии строительного процесса. Конечно же, в этом доме также есть терраса около 30 квадратных метров, 5 соток земли, плодороднейшей земли, безусловно. Ну что ж, или сад, или баньку можно поставить. Некоторые, кстати, здесь даже умудряются сделать себе собственный бассейн. Ну а сам дом на данный момент при чистовой отделке выглядит примерно вот так. В данном доме достаточно большая кухня-гостиная, она почти 38 квадратных метров. И вот здесь, на причистовой отделке, мы уже видим, что выведены практически все коммуникации. Это теплый пол, горячая, холодная вода, конечно же, под отопление, под радиатор, электричество. То есть достаточно большое количество розеток мы здесь видим. Так что не будет нехватки, куда же включить телевизор или другие электроприборы. Ну и, конечно же, выход на второй этаж, где располагаются две спальные комнаты и санузел, будет пересекаться лестницей. Лестница уже зависит от вашего выбора, то есть ее можно специально заказать по своему собственному проекту, по цвету, по качеству. И «Стройгарант Анапа» поможет это сделать, может ее установить. И вот отсюда видно, что на втором этаже причистовая отделка тоже уже выполнена. Вижу я здесь коридорчик и удается рассмотреть комнаты, что здесь все готово. Но пока, конечно, нет возможности подняться, поэтому прямо сейчас приглашаю вас увидеть, как же выглядит дом в чистовой отделке, тоже дом 110 квадратных метров. Кстати, два дома площадью 110 квадратных метров при чистовой отделке, которую мы сейчас увидим, находятся близко друг от друга. Те, кто следит за нашими эфирами, помнят, что в «Стройгарант Анапе» есть такая практика, где люди покупают сразу два дома по соседству. Не так давно отец и сын купили себе два дома по соседству, два друга из Братска тоже себе купили два дома по соседству, объединили их. И это дает возможность увеличить даже визуально свой земельный участок, ну и, конечно же, просторы. Здесь будут не ограничены, так что есть шанс, есть возможность, не упускайте ее. Ну и предлагаю увидеть, как же все красиво и уютно выглядит, когда уже выполнена чистовая отделка.
у каждого дома площадью 110 квадратных метров, а земельный участок 5 соток. А здесь, в этом доме, также почти 30 квадратных метров у нас терраса. Но и добро пожаловать в уютный, отделанный, выполненный дом во всех своих проявлениях. В этом доме, в чистовой отделке, уже, конечно же, чувствуется уют. И если бы я сюда заселялся, уже бы хотелось поставить стол, поставить кухню, ну и начинать обживаться. То есть ощущение уже прям вот непередаваемое уюта и комфорта. Вот как заезжай и живи. Кстати, стоимость данного дома вы видите сейчас на нашем экране. Вновь напоминаю, что эти цены актуальны на октябрь месяц текущего года. Так что успевайте приобрести дом. И если есть вопросы, задавайте их нашим специалистам по телефону, который вот прямо сейчас высветился перед вами. И здесь, конечно же, впечатляет кухня-гостиная. Она почти 38 квадратных метров. Санузел почти что 6 квадратных метров. Достаточно большая прихожая 6 квадратных метров. Спальная комната светлая, просторная, 15 с небольшим квадратных метров. Хочу обратить внимание, что в «Стройгарант Анапе», если вы покупаете дом на начальном этапе при чистовой отделке, можно выбрать абсолютно любую цветовую гамму. Выбрать обои, которые вам нравятся, линолеум, ламинат. В данном случае мы видим очень красивое сочетание плинтуса и именно вот этого лестничного марша. И, наконец, нам повезло подняться на второй этаж. А в данном проекте мы видим, здесь находятся две спальни. Одна чуть больше 17 квадратных метров, ну а вторая спальня достаточно большая, почти 22 квадратных метра. Ну а посередине между этими прекрасными комнатами находится санузел. Его площадь около 4,5 квадратных метров. Сегодня мы с вами побывали в поселке Встречный, это поселок Стрелка. Увидели некоторые из домов, которые сейчас находятся в свободной продаже. Узнали, сколько они стоят. Напомню, что цены актуальны на октябрь месяц текущего года. Ну а в следующей нашей программе вы узнаете, почему многие из жильцов данного жилого комплекса выбирают именно это место, выбирают именно поселок Стрелка и выбирают именно «Стройгарант Анапу». Так что не пропустите. Ставьте лайки, пишите комментарии, мы с огромным удовольствием будем на них отвечать. До скорых встреч, увидимся!